Я инструктор, учу людей ездить на мотоцикле. Скажите, что для вас счастье? Счастье. Счастье — это такая вещь, величина у него непостоянная, ты все время к нему стремишься. Счастье — это, наверное, состояние покоя, удовольствия. То есть тогда, когда человек чему-то стремится и достигает своей цели. Как правило, он достиг своей цели, он сразу же ставит себе новую. То есть это идет постоянное движение. А тогда что такое мечты? Мечты? Ну вот мечты — это картинка, которую человек себе создал в голове. А дальше он может оставить это все мечтой, а может сделать свою мечту целью. Ага. Нужно ли мечтать? Обязательно. У вас есть мечты? Найдем. А можете поделиться, какие у вас? О чем мечтаете? Да я люблю путешествовать. Я бы хотел путешествовать все время по миру, куда-нибудь увидеть новые горизонты, увидеть новые страны. Наверное, я мечтаю об этом. Можете ли вот нашим зрителям дать какие-то, ну, рекомендации, как быть счастливым? Каждый должен найти что-то свое. Соглашусь с вами. Ну, вот ваш, вот как вы стремитесь, достигаете к счастью? Вот как ваш рецепт? Может быть, кому-то он будет полезен? Нету рецепта. Постоянно что-то в этом мире меняется. То есть идет такой круговорот. И посоветовать кому-то что-то, то, что нравится мне, это не обязательно для него будет хорошо. Как быть счастливым? Если вы рецепт блинчиков спросите, дам. Рецепт, как научиться кататься на мотоцикле, есть рецепты, да. Вот что касается такой открытой, глубокой темы, как счастье, как его достичь, у каждого своя дорога. То есть, в общем-то, счастье — это и есть дорога, да. Ты постоянно идешь, у тебя одна цель, потом другая. Можно, конечно, бесцельно переться, да, и тоже от этого получать счастье. Но, возможно, просто будешь идти не самыми интересными направлениями. Как встать на эту дорогу? Как встать на эту дорогу? Как найти ее? Оторви зад от дивана, да начни двигаться. Что хочется, куда хочется. То есть цели же могут быть разные. Для одного, скажем так, хочется заработать миллионы, а для другого вырастить клубнику. И это абсолютно разные цели. То есть у каждого будет свое счастье, если он добьется этой цели. Вот. Благодарю вас. Да, всего доброго вам. Доброго пути. И с вами был Юрий Бледных и его проект «Курс на мечту». Друзья, у каждого свой путь, у каждого своя дорога к счастью. Оторвите зад от дивана, сделайте первые шаги, начните действовать. Не бойтесь ошибаться, ищите свою дорогу. Да пребудет с вами счастье.